Что вон что есть? Что это такое? Там ничего нету. Так это здесь было что-то. А что там было, ты сам не знаешь? Кондиционер для металла был. Который мне кажется, мне делать. А мы этот мусор куда будем девать? Ну, снимать мусор. Что, он дает твои? Да. Я их уже хотел себе забрать. Твои же? Да. Рушан, теперь надо мусор весь собрать и загрузить, увезти его отсюда, что. Мы, получается, только помыли и будем теперь обратно весь грязь туда собирать. Да. Всю грязь собирать. А, Ру? Так, мне надо это коврики примерить, как думаешь? Какие? Не пойду. Хоть что-то, там вообще без ковриков. Подходит хоть немного? Много подходит. Да? Какие-то они рваные. Погрызанные. Наверное, это твой коврик все-таки. А мой тот. Хорошо. Чего? Давай поменяемся ковриками. Какая разница? Давай, да. На, держи. А этот мне. Ой. О, класс. Это тоже погрызан какой-то. Ну ладно. Не, ну все равно надо вот коврики купить, Рушан. Ну, понятно, так не да. Дело. Артур, голову мою поправь. Разобрал, теперь на место вставляй. Голову мою, говорю, поправь. Голову ты поправь. Так, ты какой ты где говоришь? У меня вот перегон, по-моему, чуть-чуть. Класс. А что одна выше другой? Не пойдет же так? То пониже, а тут то повыше. То есть... Артур! Ну, блин, Артур, ну, пожалуйста. Ты посередине будешь, а я скажу. О, так красивее. Толок или? Ну, что поделаешь. Надо идти. Вот эти вот крючки, это вообще офигенная вещь. Фиксировать груз ремнями, это вообще классно. И тут, и там тоже есть. Там они везде, видишь, 6 штук целых. О. Вот у меня таких нет, это очень удобная штука. Постоянно. Приходится. Да? Стяжки, тросы купить. Они недорогие, они 179 рублей стоят в Ашане, мы вчера смотрели. Вот это три части. Вот такие вот. А, вот такие мега дорогие. Ого, да, они такие сколько? Большие. Да я их, это, мне их подарили. Да ни разу не пользовался? Ну, видишь, они вообще новые еще. Ни разу не пользовался. А, ну, у тебя только один, да? Там еще, ну там два, ну там другие. Скорее всего, под трассу. Это Артура машина. Она у него немного покороче. У нас подлиннее. Да, Рушка? Угу. А у него короткая. Нет. Зато можно в центр Москвы приезжать любой раз. А нам в центр Москвы не надо. А мне надо, ну, в Москве долго до Кремля не... надо доезжать. Дядь Боря. Советоваться с ним, да? Ну. Как жить дальше? Паучок? Ну, Артур, рассказывай. Что? Как твой канал называется? Пока никак. Ничего не придумал. Подсвечивает. Пока не придумал вообще, как канал. Если мне поможешь в этом. А Кристинка мне как-то подсказала, как ему канал назвать. Это для чего такая краска? Для чего это? Для дисков. Для тормозных портов. Но нам она не подойдет, так как у нас... Не литые диски стоят на колес, на машине. Рушан, а что смешного? Че ржешь? А? Че смешного? Рушану можно и дисками покрасить. Красным. А тебе вот, и нос можно покрасить, как раз подходит. Вот смотри, чуть-чуть покрасил, да, надо докрасить. Ты не загорал, давай мы тебе загар сделаем. Автозагар. У тебя вообще под цвет. Руки надо ему до конца докрасить. И будет кофточка.
Эй, Рушан, он там что-то красит. Да я так брызнул просто туда, но это там все сотрется, не переживай. Артур! Нахал он. Испортил. Хорошая краска вообще. 260 градусов удерживает. У нас есть такая баллончиковая? У вас другая. Поехали на заказ. Да. Это обиделась? Чего ты обидишься? Сообщение прислали? Прислали, кстати, я просто не слышал. Я слышала, она же сразу прислала. Ты не будешь сюда колеса вставлять, или у тебя их нету? Они в гараже валяются. А ты в гараж их не отвез? Конечно. Но у нас нет гаража, у Артура есть гараж. Зачем вам гараж? Нам не нужен гараж, если у тебя есть гараж. Зачем нам? Тем более. Так. Ну смотри. Вот такие сегодня мешочки. Для чего? Он их вчера пособирал там, где мы кухню собирали. Это, он будет туда все складывать, барахло свое. Что это такое? Параллероль. Всякие это что-нибудь гремит. Сложил. Блин, как мне нравятся эти штуки? Какие штуки? Только барахло можно сложить. Ну вон та тряпка, Рушан, вытащи ее, пожалуйста, выброси чужую, да? Смысле это? Ну, зайка, давай, не надо чужое собирать. О, она что-то как грязная висит. Неизвестно, что ей терли. Что ей надо терли? Не знаю я. Ну что ты ее так трогаешь? Ну выброси. У нас своих дофига. А это что такое? Кто? Это пакеты. Это мусор. Так, вот куда мы фанеру эту будем девать? Так, сюда пока все эти собери. Угу. Тряпочки потом, чтобы дома это все. Съездить, ты что, не хочешь грузить? А? Пускать не? Просто что, я поеду. Ни ты, ни я не заработаю. Да, и Артур еще и голодный. Да, это там у меня всякие тряпки. Понял? А я поеду в любом случае, мне надо ехать за угу. Мальчики мусор убирают. Конечно, мы все забыли. Мы даже чужой мусор соберем и выкинем. Молодцы. Потому что... Свинечки. Давай, знаешь, что я предлагаю, Рушан? Ты хочешь прямо вот этот целиком тащить, да? Это твоя, кстати, метла была. Не нужна она тебе? Рушан, может, ты перчатки оденешь? Не хочешь? Одень перчатки, чтобы занос всяких не было. Так, Яна, ты остаешься. Хорошо, слежу за всем. Ладно. Ладно. Все, убирают мальчики мусор. И будем выдвигаться. Поедем сейчас на заказ. Там переезжают люди, поможем переехать, и потом поедем дальше кухню собирать. Дособираем кухню, да домой. И вот так наш весь день прошел. А завтра Рушана уже на работу. Завтра уходит на работу. Машина, будучи не заведенная, вот смотрите, друзья, ключа нету. И я включила зарядное устройство в телефон, и оно заряжает. Просто в нашей машине такого не было. А здесь есть, это вообще очень удобно. Так что есть свои плюсы в этой машине. Не только для Рушана, и для меня.
Что-то мальчики там опять ковыряют. Никак не можем на заказ уехать. Что случилось? Короче, Рушан, вот эти вот дела все. Вот эти. Вон там все механизмы, их надо. Брызгать. ВДшка? И вот этот вот воздуханный надо разобрать, короче. Все, мы выехали уже на заказ. Сейчас Рушан нам купит попить. И мы поедем. Время уже без 10:05, нам к 6. Думаю, мы успеем. Ты готов работать? Готов. Я тоже. Все, мы поехали. Стою я здесь, вот охраняю. Мальчики таскают вещи. Вот Тимофей тащит. Там еще кто-то переезжает, что ли, Тимофей? Да. Вот складываем. Тяжело, Рушан? А? Тяжело? Да не особо. Молодцы мальчики. Труд из обезьяны сделал человека. Угу. А водка из человека сделала обезьяну. Уже почти забили машину. Уже полная. Остались только сумки и все. И мы выдвигаемся. Тимофей, там еще много? Иди ложи. Куда-нибудь там запихивай. А Рушан сейчас поправит. Уже все забито. Все, мы уже погрузились. Сейчас уже будем выдвигаться. Что это? Тебе. Рушан. Груз ответственности самый. А там, тут, там кто-то есть? Там рыбка, да. Золотая? Что за рыбка такая маленькая? Ой, Масюся. В такой бы вообще классно было бы золотую рыбку запустить. Классно, да? Угу. А здесь она не смотрится. А чё я сразу? Тимофей, ты не хочешь рыбку мне золотую вести? Ты сможешь? Нет? Не уверен, но постараюсь. Ну, хочешь, давай, если ты боишься мне сюда ее. Я буду стараться. Чё, готовы поехать в путешествие? Готовы, только как вот и реально. Будут выпрыгивать, ловить ее, ладно? Да ладно выпрыгивать, лишь бы на повороте. Вода не выпрыгнула. Я буду стараться аккуратно вести. Ну давай, посмотрим. Все, давайте. Клиент едет впереди. А что у него там за усы какие-то большие, Рушан? Не знаю. Интересно, ребёха. Поехали. Угу. Рушан сказал, забеги в подъезд, посмотри налево, какой там автопарк. А, направо? Ого, ну да, точно. Настоящий автопарк. А вы что, здесь мучаетесь, да? Чего? Мучаетесь? Что-то не получается? Перед заказом заехали купить розетку для электрической плиты. Электроплиты, да. А? Да, но вот эти они очень залимые, они ломаются. Плохого качества очень. Силикон взяли и пластмасски. Для чего пластмасски, потом покажем. Все, конечно, замечательно. Что, нету, что ли? Есть. Лучевцы. Ладно, придется такие брать. А их что, несколько штук надо? Нет. Одна, просто говорю, они качественные, мне не нравятся. Ну ладно, пойдет. Но без рыбы и рак рыба. Одной резеткой мы не обошлись. Теперь у меня вон шурупов сколько. И у Рушана там вот понабрал. Шапики, штапики, как это называется? Для... Все, теперь все набираем и набираем. Берем две подводки вот такие под елочку. Ну, не знаю, еле знают об этом, что всегда, когда берется подводка, берется один
что сыр короткий, второй длинный. А это для какой цели делается? Чтобы ключ удобно. Потому что если они вот так два рядом становятся, две короткие брать, очень неудобно закручивать. Поэтому берут всегда вот так. Одна короткая, одна длинная. Тогда можно ключ подставить в обе стороны и закрутить ее. Спасибо, буду знать. Уже приступили к работе. Вот эти вот шкафчики только что повесили мы. И теперь надо нам вот здесь вот этот распилить и поставить вот эту вот плиточку. Еще осталось сделать розетку под плитку. Вот сейчас Рушан ее делает. Так, где розетка? Так. Только что убрала. Куда делась? А, вот здесь, вот она, вот она лежит. Она? Она. Уже моечка готова. Рушан вырезал дырку там. Теперь не знаю, как теперь здесь нет отверстия для смесителя. Теперь будем что-то думать и делать. Если у нас нет. Чего, Рушан? Как ты сказал? Коронки по металлу. Коронки? Да, ну, есть коронка по металлу. Теперь будем что-то думать, придумывать, как это сделать. Вот так вот выбиваем отверстие для смесителя. Вот такая вот кухня получилась. Маленькая, аккуратненькая. Угу. Молодец. Угу. Ничего, чистенькая.